Всем привет, с вами Елена Вивас из Аргентины, и это мой канал о жизни, эмиграции и путешествии об Аргентине. И в одном моем путешествии меня занесло в городок Посадос на самом севере Аргентины. Я абсолютно ничего не ожидала от этого города, но тем больше эмоций меня захлестнули в прогулках, поскольку для меня это стал такой большой современный город. Я думала, это вообще будет какая-то деревня, а это современный красивый город, который расположен среди тропиков. И поэтому я решила предложить вам такую небольшую игру. Я гуляю по городу, снимаю для вас красивые места, домики и очень много красивых тропических экзотических растений. Если вы знаете какое-то из этих растений, то вот там вот в комментариях пишите, на какой минуте и какое растение вы узнали. И к концу этого видео у нас получится целая энциклопедия тропических растений из провинции Мисьонес в Аргентине. Итак, погнали! Город Посадос находится в субтропическом климате и является отличным местом для старта ваших путешествий по джунглям. Поэтому и отель для себя я выбрала такой, чтобы сразу погрузиться в атмосферу субтропической сельвы. Огромное количество красивых тропических растений. Патио у отеля очень маленькое, но хозяин этнический немец и француз с отличным вкусом сумел собрать в нем самые интересные экземпляры, создав свой маленький тропический рай, по которому так приятно прогуляться с утра. Вот такой вкусный и обильный завтрак накрывали мне в отеле на одного человека, чтобы спокойно позавтракать рядом с камином. Я ведь путешествовала зимой, когда было очень холодно, но при этом город оставался зеленым. Как и в Буэнос-Айресе, здесь очень много растений из класса акациевых. Посмотрите, у этой акации какой огромный стручок. Кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Кстати, на моем YouTube-канале есть несколько видео о моих путешествиях из Посадос, такие как к руинам иезуитских миссий в городок Сан-Игнасио и два видео о моей экспедиции в тропические водные миры к крокодилам и капибарам. Листайте мои видео на канале, там очень много интересного. А мы продолжаем с вами гулять по городу Посадос, столице провинции Мисьонес. Это город, который утопает в джунглях. В провинции Мисьонес примерно 9% населения – это этнические украинцы, которые прибыли сюда в основном во второй половине 19 века с территории еще Российской империи. В основном это были крестьяне, которые, прибыв в этот тропический рай, нашли здесь для себя благоприятный климат и продолжили заниматься сельским хозяйством, как и на родине. Только, естественно, им пришлось адаптироваться к новым реалиям климата, и основными культурами на их полях были это местный чай мате, а также сахарный тростник, рис, табак, все те культуры, которые прекрасно себя чувствуют в субтропическом климате. Сегодня, по оценкам специалистов, на территории провинции Мисьонес, чьей столицей является город Посадос, по которому сегодня мы гуляем, проживает около 55 тысяч этнических украинцев. Всего же на территории Аргентины более 300 тысяч аргентинцев, которые имеют украинские корни. И вот, спустившись вниз по улице, на которой находился мой отель, к реке Парана, здесь нашла вот такую яркую, красивую, веселую детскую площадку. Несмотря на то, что вот эти домики на заднем плане практически такие, как трущобы, но покрасили их яркими красками, и они преобразились в очень милый, красивый уголок.
Здесь же, поскольку это туристическая зона, множество магазинчиков, где можно купить все, что угодно. А вот настоящий аргентинский патриот. Несмотря на то, что мое путешествие в Посадос происходило в месяце июне, мне казалось, что я попала на какой-то новогодний праздник в тропических реалиях. Ну, в принципе, почему бы и нет? Ведь зима, июнь – это практически как декабрь в северном полушарии. Вот вам здесь рождественские звезды и все герои новогодних праздников. Такое впечатление, что их здесь не убирают, наверное, никогда. Каждый празднует свой Новый год и свое Рождество, когда ему вздумается. С другой стороны, прекрасное место для прогулок. Очень много все в патриотических цветах флага Аргентины, поскольку в этот же период проходят все патриотические праздники в Аргентине. В общем, все краски праздников, какие только есть в Аргентине, в одну кучу здесь были собраны. Вот такая новая многоэтажка с видом на реку Парана, на берегу которой и расположен город Посадос. С той стороны уже Парагвай. И здесь же вдоль набережной одна из самых больших в мире мурали. О ней у меня есть отдельное видео на моем канале, поэтому заходите, смотрите, там я показываю все-все картинки, которые на ней есть, и подробно рассказываю, о чем это и для чего. Вот этот мостик на заднем плане, который видно, он уже ведет в Парагвай. А теперь идемте к берегу реки поближе, чтобы посмотреть на другую страну. Вот сейчас на заднем плане мост, который соединяет Аргентину с Парагваем. Видно, на ней огромная пробка из машин, видите, которые стоят в ожидании, чтобы пройти таможенный контроль. Другой берег реки Парана, и там уже Парагвай, другая страна. Вдоль всей реки Парана в городе Посадос оборудована очень красивая набережная, место для прогулок как пешеходных, так и на велосипедах, чтобы можно было насладиться пейзажами реки, а также огромным богатым птичьим миром. Пока что у меня в кадр только голуби попали, но здесь намного интереснее эта тема. И также много интересных тропических растений. Посмотрите, какие интересные стрючки, волосатики. Кто знает, что это за растения, пишите в комментариях. Не забывайте делиться своими знаниями. Тут же установлены буквочки «Город Посадос», чтобы вы не забывали, где вы находитесь. Ну, а также сделали красивые фотографии на память. Вот такие вот клумбы с ландшафтным дизайном. Посмотрите, какая плантация растения, которые в России называют «тещин язык». Говорят, что ни одна теща не пострадала, пока сажали эту клумбу. И здесь же напоминание, что провинция Мисьонес – это земля ягуаров и народа гуарани. Вот такая яркая, красочная и цветущая зима в провинции Мисьонес и в городе Посадос. Еще раз напомню, что это путешествие у меня состоялось в июне месяце. Июнь в южном полушарии – это как декабрь в северном, то есть перед самым Рождеством. Но поскольку это субтропики, здесь все цветет и благоухает. И вот мое продолжение прогулки по набережной. Здесь же
Старая станция железной дороги. Очень люблю такие места. Небольшой дождик прошел. Такие станции всегда погружают в былую эпоху. В данном случае это эпоха экономического рассвета, даже правильнее сказать, экономического бума Аргентины. И рядом как раз в кадр попал флаг Миссионес, как перевернутый флаг России. А вот он. И здесь же флаг Аргентины. Эта железнодорожная станция была построена в 1913 году и соединяла Посадос не только со столицей Аргентины, но и также с Парагваем. В 2008 году станция была закрыта, перенесена в другое место, и сегодня это здание действует как культурный центр, поэтому вокруг него так много интересных художественных инсталляций. И вот оно, само здание с другой стороны. Потрясающая красота. Время близилось к обеду, поэтому моей следующей задачей было найти для себя интересное место для обеда. Но в воскресенье это оказалось достаточно сложной задачей. Очень многие места были закрыты. Вот голубям только повезло, потому что видите, какая у них оказалась хорошая соседка, которая прикармливает их. Ну, нагажено, правда, все вокруг, но неважно. В общем, большая часть ресторанов в воскресенье в городе Посадос была закрыта. Открывались они в основном только для ужина, но все равно удача мне улыбнулась. Нашла такую небольшую итальянскую таверну, где и выбрала для себя курочку с пюрешечкой, салатик с помидорками. Все как у бабушки когда-то в детстве. И из окна вот такой красивый вид на набережную. Как только я вышла с обеда, вышло солнце, тучи разбежались по сторонам, небо голубое, красивое, поэтому вторая часть моего видео уже при другом солнце получилась. Это тюльпановое дерево, которое особо привлекло мое внимание еще на территории моего отеля. И вот здесь на набережной их тоже нашла. Посмотрите, какие красивые цветки у него. За это он и получил название свое тюльпановое дерево. Еще раз, мост, который соединяет Аргентину с Парагваем. И идем гулять дальше, смотрим, чем еще нас порадует этот тропический город Посадос на севере Аргентины. Вот уже и многоэтажки появились вперемешку с колониальной архитектурой, что придает этому месту особый шарм. Гуляя по набережной, каких чудес здесь только не увидишь. Так на балконе одной из местных церквей установлена статуя Богородицы Стеллы Морис, покровительницы военно-морского флота Аргентины и повелительницы вод. Жители города на реке почитают ее, так как она защищает моряков, лодочников и других людей большой воды. А это современное искусство местных художников из города Посадос.
Провинция Миссионес так была названа в честь иезуитских миссий, которые на этой территории начали строить в начале 17 века. Всего на территории Аргентины их было 15, 11 из которых в провинции Миссионес. Об одной из них на моем YouTube-канале уже был репортаж, поэтому листайте мои видео и наслаждайтесь путешествиями по Аргентине с Еленой Вивас. А также жду у вас мои авторские туры по одной из самых красивых стран мира. Статуя командора Андреса Гуакурари, установленная 10 лет назад на железном островке на реке Парана, уже успела стать символом города Посадос и всей провинции Миссионес, так же как статуя свободы в Нью-Йорке или статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Андресита Гуакурари – это местный герой из коренного народа гуарани. Он был первым губернатором этих земель и сейчас с высоты этой скульптуры наблюдает за столицей провинции, которой он когда-то управлял. И здесь же напротив статуи ресторан с названием «Кристобаль» в честь Кристофора Колумба, первооткрывателя Нового Света. Все в этом мире взаимосвязано и не может существовать одно без другого. Кстати, ближе к центру набережная порадовала огромным количеством баров, ресторанов, террас, на которых так приятно отдохнуть и полюбоваться на гладь реки Парана. И все это в окружении тропических растений. Коренной народ гуарани, проживающий на территории провинции Миссионес, были первыми производителями ерба-мате, местного чая, который давно стал одним из символов аргентинской гастрономии. Готовить напиток из деревца падуб они начали еще до прихода испанских конкистадоров, а европейцы только помогли распространить его по всей территории нынешней Аргентины, возведя в культ и сделав национальным достоянием. В середине 17 века иезуитам удалось одомашнить это растение, и они научились искусственно размножать его на территории своих редукций, что в свое время вызвало острую конкуренцию для сборщиков этого растения в диких условиях. А такие вот установки с горячей водой можно увидеть повсюду на территории провинции Миссионес. С них люди набирают воду в свои термосы, чтобы заваривать ербу мате. После изгнания иезуитов в 1770-х годах плантации ерба мате пришли в упадок. Миссии были разорены и разрушены, а секрет размножения мате был утерян на многие годы. Восстановить же его удалось знаменитому ботанику Карлосу Тайсу, который в начале 20 века занимал должность директора по паркам и аллеям в Буэнос-Айресе. И на территории нынешнего ботанического сада города Буэнос-Айрес он занимался экспериментами по размножению ербы мате и добился успеха. А мы продолжаем нашу прогулку уже вдоль спальных районов городка Посадос и наслаждаемся местной тропической растительностью. Очень интересное дерево, которое и своими листьями, а главное своими плодами очень похоже на фиговое дерево. Но это не та фига,
которую мы с вами привыкли есть и называть инжиром. Посмотрите, плоды растут прям непосредственно на стволе дерева, и сами ягоды достаточно твердые. Даже, я бы сказала, немножко одревесневшие. Если кто знает, что это за чудо такое, пишите в комментариях. В Пасадос и других городках провинции Мисьонес часто можно увидеть тротуары, выложенные вот такой красивой керамической плиткой. А это цветки, опавшие с тюльпанового дерева. Это просто невероятная красота. И так приятно ходить вдоль домиков по городу Пасадос. Чисто. Тишина, спокойствие, везде все цветет. Еще раз напомню, что я посещала этот город в самой середине местной зимы. Гуляя по городу Пасадос, я сразу отметила для себя довольно высокий уровень жизни. Добротные, ухоженные дома, чистый город, большое количество баров, ресторанов, террас, которые отнюдь не пустуют. Если посмотреть на карту Аргентины, то провинция Мисьонес – это такой маленький аппендикс на крайнем юго-востоке страны, затерянный в джунглях и подпираемый с двух сторон Бразилией и Парагваем. Соответственно, и до путешествия сюда мнение мое об этом регионе, условно, можно сказать, было как о каком-то медвежьем углу, где люди живут чуть ли не в хижинах. Ну, посмотрите, какие хижины стоят. И питаются подножным кормом. Ну, наверное, как у большинства европейцев, такое же вот мнение о всей Южной Америке. Но, погуляв по городу, пообщавшись с моим гидом немецкого происхождения, мое мнение об этом городе, как и о всей провинции Мисьонес, поменялось в противоположную сторону, потому что до этого путешествия в Мисьонес я была только на водопадах Игуасу. Видео об этом моем путешествии вы также можете увидеть на моем YouTube-канале. Эмиграция конца 19-го, начала 20 века в провинцию Мисьонес состояла в основном из эмигрантов из северных стран Европы. Это были немцы, поляки, украинцы и из других стран. Именно с их прибытием экономика региона начала активно развиваться. И сегодня Пасадос, как и окружающие его небольшие городки, это хороший выбор для жизни в Аргентине, ведь многие сейчас приезжающие русские ищут, где еще бы им поселиться помимо Буэнос-Айреса, потому что Буэнос-Айрес – это такой космополитичный, очень большой, шумный город со своей энергетикой, который не всем подходит. И есть люди, которые ищут городки потише, и им я могла бы порекомендовать Пасадос. Ну и кроме всех прочих факторов, конечно же, жизнь в таком городе намного дешевле. В Пасадос, как и все провинции Мисьонес, прекрасная погода. Ну, где-то 2-3 месяца здесь весна, а остальное время года – это лето. Сам город Пасадос – это достаточно большой город с населением порядка 320 тысяч. Это такой среднестатистический европейский город, да, по своим размерам. И в этом городе очень хорошо развита инфраструктура. Здесь есть абсолютно все необходимое для комфортной жизни. Даже есть огромный песчаный пляж на берегу реки Парана. И этот пляж посещается не только днем, чтобы там позагорать, покупаться в реке. Вечером там хорошее освещение, и молодежь собирается, чтобы поиграть в волейбол и заняться другими видами спорта, когда нет солнца, когда попрохладнее. Также в провинции Мисьонес очень хорошо развита экономика, поэтому те, кто ищет работу,
не только работают на удаленке, из вновь прибывших иммигрантов, я думаю, здесь тоже могут вполне найти себе применение. И у меня здесь были встречи с нашими иммигрантами, которые здесь проживают 5-10 лет, которые смогли себя реализовать, которые смогли получить здесь образование и работают на местную экономику. ВВП провинции Миссионы составляет 1.5% от общего объема страны, но и по своей площади Миссионес – это достаточно маленькая провинция. Как во всей Аргентине, здесь прежде всего развито сельское хозяйство, обрабатывающая пищевая промышленность, туризм, строительство. Также есть и промышленные заводы. В провинции Миссионес самые большие площади искусственно посаженных лесов. 42% от общего объема в Аргентине. Здесь высаживают в основном сосну и эвкалипт, которые быстро растут в местном теплом и влажном климате. Деревообрабатывающая промышленность – это один из флагманов местной индустрии, чья продукция экспортируется в Китай, США, Бразилию и другие страны. Также здесь развито производство древесно-волокнистых плит и другой продукции для строительной промышленности. А это еще один памятник Андресу Гуакурари, первому правителю провинции Миссионес из коренного народа гуарани. В провинции Миссионес очень хорошо развит туризм. И на территории провинции есть два аэропорта – в городе Посадос и в Пуэрто-Игуасу. Без сомнения, водопады Игуасу – это главная звезда туризма в Миссионес и имеет международную известность, входит в семь природных чудес света и имеет титул всемирного наследия ЮНЕСКО. Но помимо Игуасу, в Миссионес много и других привлекательных направлений. Это прежде всего местная флора и фауна, возможность пожить в лодже на территории джунглей, понаблюдать за птицами и другими экзотическими животными. Посещение водопадов Мокона по своим эмоциям ничем не уступает посещению водопадов Игуасу. Также в Миссионес туристы прибывают, чтобы посетить руины иезуитских миссий. На моем канале есть видео с этих мест. Побывать в индейских деревнях, заняться спортивной рыбалкой. Кому интересны эти темы, обращайтесь, организую все на высшем уровне. Мало кому известно, но в провинции Миссионес есть огромное месторождение полудрагоценных камней. Здесь добывают аметисты, агаты, топазы. На днях на моем канале в шорцах я загружу несколько коротких роликов с этих шахт. Кстати, кто не знает, что на моем канале, помимо длинных видео, я регулярно запускаю короткие ролики с разных своих путешествий. Заходите, смотрите. Там вы найдете много интересного. Когда мне лень снимать длинные видео, еще большая лень меня накрывает их монтировать, то я просто загружаю коротенькие ролики по несколько секунд. И вот эти полудрагоценные камни, которые добывают в провинции Миссионес, они экспортируются по всему миру, давая хорошую прибыль в местную казну. Конечно же, немаленькая роль в экономике региона традиционно принадлежала выращиванию и производству ерба мате. Это 90% всего объема Аргентины напитка, который пьют практически все аргентинцы с утра до вечера. С термосами они не расстаются в течение дня, пока они активны, да, пока не легли спать. И производство ерба мате – это и плантации, это камеры по ее сушке, мельницы по измельчению, упаковочные цеха, логистические центры, которые распределяют потом и продают ее по всей Аргентине, и также на экспорт, и также производство машин по переработке самой ерба мате.
Субтропический климат провинции Мисьонес способствует выращиванию здесь тропических фруктов. Это прежде всего мандарины, апельсины и лимоны. Впервые в жизни именно в пригородах Посадос я увидела, как растут папайя и помело. Когда папайя цветет, аромат от нее распространяется на несколько метров. Это обязательно надо хотя бы раз увидеть в своей жизни. Также в Мисьонес выращивают рис и табак, который полностью идет на экспорт. Есть фабрики и машиностроения, развиваются наука и наукоемкие производства. Уровень безработицы всего 3%. И вот, гуляя по городу, я забрела на территорию настоящего природного заповедника Ароя Ита. Для тех, кому мало тропической природы на улицах города, вокруг небольшого притока реки Парана была организована заповедная зона. И, о счастье, рядом с деревьями есть таблички, на которых можно узнать их название. Заповедник Ароя Ита – это 2 гектара зеленого дикого пространства, где можно увидеть более 190 видов птиц, столько же деревьев и 40 разновидностей рыб, которые водятся в этом ручье. Кроме того, здесь обитают многочисленные бабочки, насекомые, куизы, нутрии, капибары, ящерицы, обезьяны и другие животные. Нужно только набраться терпения и молча наблюдать за природой. Мне не очень повезло в этот раз, потому что уже был вечер, солнце садилось, но кое-какие птички попали в мой объектив.
уже на самом закате я дошла до городского пляжа, расположенного на берегу реки Парана. Очень хорошее освещение ночью, поэтому очень много молодежи занимается спортом. Здесь несколько площадок для игры в волейбол. Также много было молодежи, катающихся на велосипедах и просто активно отдыхающих. Напротив пляжа очень много интересных баров, ресторанов, просто мест посидеть и отдохнуть. Бары, кстати, очень все современные, красивые. В один из таких я зашла, чтобы выпить свой вечерний шоколад со сладостью. Шоколад называется «Сделай сам». Субмарина. Берешь стакан горячего молока и закидываешь туда кусочки шоколада. И когда было уже совсем темно, я попала в центральную часть города, где расположен основной шопинг. До моего отеля мне было добираться больше получаса еще пешком, и спросив у местной полиции, как мне, иностранке, блондинке, добираться до своего отеля, нужно ли мне брать такси, или я могу спокойно гулять по городу ночи, полиция мне сказала: «Извините, но мы здесь работаем для того, чтобы вы могли спокойно гулять ночью». По-моему, отличный ответ полиции этого города. Это центральная площадь. И на следующий день я отправилась путешествовать по провинции Миссионес, изучать все ее достопримечательности. Об этом есть видео на моем YouTube-канале. Заходите, смотрите и наслаждайтесь. А также жду вас в путешествие со мной по Аргентине. Покажу вам все самое интересное. А на этом перекрестке мое внимание привлек человек, который торговал какими-то плюшками. Посмотрите, он был одет в такой вот классический костюм. Увидев меня, развернулся спиной и пошел подальше. От греха подальше. Это уже мой отель на территории национального парка Ибера. Полное видео ищите на моем YouTube-канале о моей экспедиции крокодилам. На этом на сегодня у меня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.